Симфонический оркестр Москвы, Русская филармония отправятся в конце сентября на гастроли. Музыканты выступят в Австрии и Словакии, сообщает РИА Новости. Симфонический оркестр Москвы, Русская филармония был учрежден в 2000 году и сегодня является одним из лучших и наиболее востребованных оркестров России, с огромным успехом выступающий в крупнейших концертных залах как на родине, так и за рубежом. Главный дирижер оркестра Дмитрий Юровский. В репертуаре русская и зарубежная классика, сочинения современных композиторов. С оркестром сотрудничают звезды первой величины: Роберто Алания, Хосе Каррерас, Дмитрий Хворостовский, Монсеррат Кабалье и многие другие известные музыканты. Концерт, который состоится, получил название «Праздник музыки». Он пройдет в рамках Международного дня музыки, который отмечается 1 октября.